сразу сказал, что как бы Сергей это не мое вообще. Да, я понял. То есть я ими фактически не играю. Я играю в основном протосами. За протосов еще кое-как там. А клик. Да-да-да. Не, ну у меня есть как-то какие-то тактические подвижки, знаешь, там, типа, здесь нужно то, здесь нужно это, но в целом. Мне вот что нравится у Свона, смотри. Турель. Тонь-тонь-тонь-тонь. Чувствую, кто будет разбивать камни. Она очень медленно бьет. На следующем уровне будет сильнее. Но у меня очень быстро строится хранилище, по идее. Но я апеком убью, кстати, камни. То есть у меня есть десант. Он вечный? Нет. А стоп, это карта с поездами. О, ёлки. Небольшая проблема. Такое... Ну, да. Заблокировать их, конечно, никак особо не получится. Но тем не менее. А, и да, у меня мариков нет, в принципе. Я понял. Но у тебя есть гелитроны, есть танки, есть здесь. Ну, здесь не нужно вот. Да. Как бы типа того. Но я жестко завишу от газа. Очень жестко. Музончик классный, кстати. Я не знал, что у меня, конечно, что у тебя, но у меня другое, наверное, играет. Наверное. Зато у меня турельки, которые бьют и воздух, и землю. По идее. Турель? Или наоборот усиленно бьют воздух. Аж не помню, сейчас посмотрю. Детектор такой воздушный, основное орудие против обороны. Ну, короче, они усиленные какие-то, я уж не помню. Они очень жестко воздух бьют. То есть ему на предыдущую миссию бы как раз по-хорошему. Туретки приятно. Ну, такое, да. Ну, пока я могу вот эту фигню построить. Две штука. Думаю, это частично нам поможет с первой атакой. Ну, парочку гильтрончиков. По-моему, с Ником играли, не с тобой, да, когда я в гильтронов входил? Точно не со мной. Ну, теперь можно же и создавать и так гильтронов, что приятно. Просто видишь, я думаю, что Билли нам поможет, тем более у него дальность на девяточку. И я его демонтирую, что там смешно я могу. Забавно. Не молчи. Резин готов. Нюхни газку. Ну типа а-ля пулемет Гатлинга, насколько я понимаю. О, кстати, я знаешь, что заметил, потому что я все-таки вижу, куда ты смотришь. Ну так да, рамочка же есть. Отследуют за мной. Что происходит? Нет, это, по-моему, было и так понятно. Ну, я этого не замечал. Ты знаешь, такие мелочи, которые может быть приятны. Я их не замечаю. Спецгруз готов к отправке, только скажи. Вот, отлично. А пока прилетели. Они более или менее неплохо разрушат всю эту гадость. В чем дело? Я замутирую два зерглинга. Наш противник зерги. Хорошо, что я огнемет прихватил. Ну, хорошо, что я беллингов захватил. Хорошо, что я здесь построил кое-что, да? А. Нет уже противник. Ты понял, о чем я. Я думаю, вот так сделаю. Когда он дочинит, я поставлю здесь еще два огнемета. Тулелька мы увеличим. Обнаружена основная цель. Она пытается скрыться. Все, базу я нам сделал. Никому не уйти от роя. Базу я нам сделал, дружим. Ну, нужно как-то что-то делать, а у меня пока особо никого нет. У меня есть небольшое скопление зерглингов, а он идет там, где нам надо. Чего пугаешь? Ну, как бы да, он идет вначале вверху только. Понял. Так у тебя герой есть, а у меня... Лазер?
Я думаю, что мы, в принципе, справимся. Плюс у меня здесь еще защита что есть. Происходит? Что вдвойне нам поможет. Можно, по идее, было бы бункер впилить, но у него, к сожалению, нет бункера. Достаточно минерала. Неплохо. Эй, дружище, на нашу базу сейчас нападут. Завершено. Ну, я буду поезд атаковать, если ты не против. Мы его также успеем убить. Ну, все равно. Ну, на меня, видишь, какие имбатурильки. И газ. Улучшенные. Основной цели. Улучшенные малость. Дети мои. Не молчи. Так, ну что, приплыл ты, да? Отлично. ЦТ-шку строим. Замечательно. Лол. Что? Рабочие катаются, а по идее там база должна стоять. Проблема, да? Угу. Хьюстон, we got a problem. Что-то пошло чуть-чуть не так, да? Угу. Я думаю, построю здесь еще парочку турелек. Слышу, слышу. Больше действий. Ребята, там минерал потихоньку добивают. У меня катаются. У меня еще пару этих электрончиков построю, чтобы нормально будет. Не, отлично, кстати. Вообще, шикарно. Против зергов. Защита идеально работает. Против зергов огонь, конечно. Угу. Жестоко, жестоко, я согласен. Так, эта боевая единица будет доступна на 5 уровне. Интересно, что там. Обнаружена основная цель. Обучить сборщика Виспена, лол, что? До того, как мы ее упустим. Если мы хотим выполнить задание, нужно торопиться. Ты как, справишься там? Не знаю, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, могу в машинке разложиться. Приехать к себе. Плюс у меня АПЭК есть, если что. Как, ты не туда, по-моему, пошел, не? Или ты рабов видишь? В смысле? Да, не-не-не, все нормально. Я вижу просто эту фигню. Как бы у меня сейчас есть этот рой и так далее, и так далее. Я понял, да. Все нормально, да? Пойди, да. Окей. Просто я не знаю, АПЭК сбрасывать, не сбрасывать или пока подождать с ним. Если совсем жопа будет, так сказать. У меня моим ребятам бы изучить что-нибудь в виде пламени дополнительного, было бы вообще великолепно. Союзников атакован. Что происходит? А что ты у меня здесь стоишь, дружи мой? Слышь, он тебя лазер жестко выжигает эту тему, наверное. Лазер-то да. Хорош, потом память попасть. Жду приказа! Гори! Гори! Это лазер еще, кстати, не улучшенный. Значит, надо его еще апнуть. Мне для этого арсенал нужно. Сюда, я тоже как бы жгу. Я же машинки тут, если ты не заметил. Снизу справишься? Базе. Я пока что здесь постою. Конечно. Завернусь. Серых как раз. Здесь тоже где-нибудь 5 штучек есть, надо. Ты строй здесь, ты строй здесь. Все хорошо. Шикарно. Так, ну я здесь вроде более или менее нормально оборону поставил. И против воздуха, и против земли. Ну, наверху. Оу, чувак. Окей, нет, все хорошо. Я же хотел туда машинками приезжать. Обнаружена основная цель. Уничтожьте ее до того, как мы ее упустим. Так. Ага, и движется как быстро. Ладно, пошли взрывать. Да. Чего пугаешь? Суплайк построить, да? А. Нет. Броня долго будет укрепляться, падла. Что проблемку. Происходит? Есть, сэр. Есть проблемку нападет. Немножко. Ну да, конечно. Ну ладно. Я думаю, что я справлюсь, в принципе, сверху.
есть машинка. Как скажешь. Окей, мне можно не идти, приступим. Значит. Ну, по идее, да. Ну, плюс у меня АПК есть, если что, сброшу. АПК-то это что, как он выглядит хоть? Ну, там куча, 4 робота таких крутых. Обнаружена довольно-таки. Дополнительная цель. Она пытается скрыться. Давай допку мочи тогда. Все, я до суточки лимита сделал. Улучшение. Ну, конечно. База атакована. Войска союзников. Я тут или не тут? По-моему, тут. Ты тут, тут, да. О, у меня тут гибрид. Атакованы. Я как бы добить-то добью, по идее, но он мне мешает немножко. Я сделал вот так. База атакована. Не знаю, поможешь тебе это выполнить? Не знаю, но я добил вроде все. Поехали! Войска союзников атакованы. Так, да. Просто чудесно. Отряд атакующих идет на нашу базу. Ладно, теперь можно спокойно более-менее обороняться. Я тут гибридом, по-моему, проблема. Я много ребят потерял. Нехорошо. Ну, чуть-чуть есть, да, проблем с гибридами. База атакована. Да. Ну, не только на самом деле с гибридами, но все же. Так. Улучшение завершено. Ребят, вы куда? Пристройка завершена. Они увлеклись. Уже совсем уехали, да? Цель. Она пытается скрыться. Уехали, ребят. Ну, бывает, чё. Не зря. На кураже. Да-да-да-да-да. Улучшение завершено. Ох! Как раз. Че, как вхреначу ему на 400 хп. Есть горячие новости, босс. В чем дело? Лазер стал еще жестче. Отследуют за мной. Так. Давайте идите сюда тогда что. Что я могу вам еще, друзья мои, предложить? С меня ничего нет. Здесь становится жарко. Турели, карусели, слышь? Слышу. Хорошее название. Ну, у меня есть турели, карусели, они так называются. А почему они пришли ко мне? В смысле? Часть войск ко мне, часть к себе, там нет. Два же поезда. Нет, просто тут пришли не только часть войск, я так скажу. Тут с гибриды пришли вместе. Ну, у меня тоже. И что? Типа нормально. Ладно. Это типа нормально, да. Я тебе могу помочь, если тебе надо. Я убил. Ты? Ты тоже? Такое, кто врачей здесь? Ну, я ПЭКа построил, как бы. Вон, кстати, можешь посмотреть, как они выглядят. Где? Вон сверху. Вот так. Ну, такие вот веселые ребята. Типа а-ля, знаешь, Т-1000. Ну, я понял, что это из этого. Как же он называется-то? Ой, Ой, из первой кампании. Помнишь, его нужно было уничтожить? Угу. Отследуют за мной. Так, я думаю, что я сделаю вот так. И будет, наверное, это правильно. Не, ну зерги, потому что дико зарубили. Отследуют за мной. Просто слышу, лазером все вынес. Всех зергов, которые там были. Говори, давай сожжем, а у меня войска позеленели. Дело в шляпе. От чего? Угадай. Не знаю. Хрен тебя знает, от чего у тебя позеленели войска. Че нам надо? Вооружение наземной воздушной силы. Обнаружена основная цель. Она пытается скрыться. Эта штука тут не задержится. Нужно поторопиться. Горит резина. Я вон поставил свои гитей наверху. Слышу, слышу. Улучшение завершено. Так, ну чё, давай пораньше встретим. Вот здесь вот, на центре. Я думаю, нормально будет. Войска союзников атакованы. Краса лазер по ним горит, будет резина. Мочить заодно. Хо-хо-хо. Это бедная сейчас все вкатится. О, все. Поехали. Жду не дождусь.
Минусим поезд. Охрана все умерла. Ну, я понял. Теперь осталось тупо заминусить поезд. Ну, войска еще есть. Сейчас он умрет. Сейчас машинки сделаем, будет еще быстрее. Заминуситься все это дело. Обрыгаться. Убираться, конечно. Войска союзников атакованы. Слишком сложно называются. Приколотите. Прям такая сложность названия. Прям ужас. В смысле места мало? А, ты в танке застрял, дебил. Я дебил в танке застрял, лол. Типа танк решил разложить, он застрял. Более вообще, конечно, тот еще. Так, давайте тогда. Враги направляются к нашей базе. Может, тебе интересно? Свон, видимо, что-то хотел сказать. Да? Отбой, места мало. Видимо, да. Но, видимо, ничего не сказал. За мной. Видимо, да. Кого подлатать? Войска союзников атакованы. Выкладывай! А, то есть все вот так вот весело, да? Ладно. В плане, мне должны были некоторые ребята строить, но в итоге они ни хрена не построили. Здесь нельзя строить. Потому что, например, один из них тупо застрял. Ну да. Обнаружена основная цель. Уничтожьте ее до того, как мы. Мне теперь эти товарищи вообще ничего не говорят. В смысле, у меня постоянно говорит, типа, обнаружена основная цель или не основная цель. Нет, меня теперь не перестали раздумывать. Я просто вижу, как они стоят с открытым ртом. Это забавно. Наверно. Ну, я вверх тупо защищаю весь. Хотя мне на самом деле по-хорошему надо было на низ защищать, а не наверх. Нет, рабочий, нет. Как же так? Оба, гибриды появились. Меня жестко фигарят по всем, по гибридам, по всем по этим. Я все взорвало. Причем я даже апок не... Оу, у нас снизу чувак, снизу цель. Бегу. Я ее, конечно, прохреначу чуть-чуть, но это совсем чуть-чуть. Нет, фигня, значит, пошел. Где-то. А вот и я наши включил. Десантные капсулы. Они под лавчиком, ну, конечно, по броне увеличивают. Куда вы идете? О, лол, ты еще моих, походу, бафнул. Да, я всех бафнул. Ох, жесть, они такие жесткие. Ты посмотри, что эти парни творят. Я вижу, да, я сейчас пойду минусну как раз. Не мои облигации... Там, кстати, вот туда. Жесть. Да не, это я вижу, там все нормально. Машины куча. И ты посмотри, сколько там защиты самой по себе. Там у меня один рабочий, короче, стоит и все это дело чинит. Еврей. То есть он не пошел добывать минералы, он пошел чинить. Наглый такой рабочий. Сам танк в раскладке еще есть. Шикарно, чё? Люблю, когда наземную. Загаром хоть как-то себя оправдывает, когда наземные юниты. Такое. Все, последний поезд. А, лол, у меня, оказывается, база добывала не в полную силу. Я что-то как-то про нее забыл вообще. Все, я готов. То есть у нас, грубо говоря, последний поезд, мы все здесь сделали, а при этом у меня база не в полную силу добывает. Это круто, что. Море киблингов готово. Море моих юнитов тоже готово. Сейчас еще бафчик будет через 15 секунд. Надо к тебе же сходить. Что-то я совсем забыл. Че машины? Ну, не знаю, машинки, они более мобильные, более шустрые такие. Все-таки. Это да. You are dead. Баф, пожалуйста.
По-моему, первый вагон просто только что он разлетелся. Может и нет, мне показалось. Нет, тебе показалось, скорее всего. Что-то как-то больно. Пойду отойду немножко. Ну, в принципе, изи. Угу. Даже слишком. Угу. Нагрузить левел все-таки решает. Плюс еще решает нет, там, именно... Там было не в левеле дело, а в том, что у меня операции были просто. Где нет? Ну, походу, типа, нужно убивать этот еще, гибридов. Серьезно? Походу, да. Да, у нас есть некоторые проблемы. Какие же? У меня проблемы только в гидре. Вот так лучше? Теперь другие проблемы. Сейчас. Сейчас я создам этих. На, но у нас просто там снизу еще какая-то волна идет. Не, у меня сейчас выйдут куча этих ребят. Губитель. Где его зарешается. Почему ты не стреляешь лазер поверху, интересно, мне тебе знать. Не, у меня губители, гибель. Почему ты такой нехороший? А стоп, они просто встали, слышишь? Они просто встали, а у тебя еще... Будь здоров. У меня мута меня бьет, единственный минус. Короче, можешь не беспокоиться. Понеслась. Ты тоже можешь не беспокоиться ни о чем. Я привел туда свой отряд АПЭК. Это что, все что ли? То есть нам вот из-за вот этого врача нам не засчитывали победу? Нет. Че кто-то? Поздравляю, мы сломали игру. Ей! Серьезно? Мне кажется, здесь кто-то есть. Нет? По-моему, здесь никого нет, если только не внизу в самом. Может, для них считается, что пройти на этом уровне сложности невозможно? Что за... Джоу? Я, честно, не знаю. Я помню, что там было немного гибридов, но... Может, мы где-то не добили гибридов, нет? I don't know. Боже ты мой, они меня бесят мелкие эти гады. Мы сломали игру? Ну, нет. Что-то в этом духе. Ну, на нас больше как бы ничего не идет. Ну, на нас ничего не идет, и я тут разбираю базу у них. От того, что мне делать нечего. Ну, примерно та же фигня была в начале, но не знаю. Я просто создаю кучу юнитов. Я операциями убиваю все. Ну, у тебя как бы бирашки, они создаются-то быстро очень. Не создаются, проще, и вот. Дамажат неплохо. Как бы по бронированным. Ну да. 50 по бронированному, это забей. Плюс еще мой луч веселит. Давай к тебе сюда приду. Пойдем наверх сразу. Сейчас, подожди, у меня тут оттягивают, можно сказать. Окай. Я не виноват. Подтягивайся. Там рабочий бежит, чтобы все отстроить. Хех. А нет, не отстроишь. Там автоматом они строятся просто из ничего. В чем как бы проблема на самом деле. Как ультралист просто улетает. Ну как бы не только от обирашки улетает. От моих ребят все-таки кое-как, но тоже. Ну походу мы сломали игру, вот тебе идеальная запись. Идеальная запись, да, чтобы показать Близзардам, что они в очередной раз сделали. Да, как всегда, периодически лоханулись. Чуть-чуть, да. Ну не сильно, Не сильно, но чуть-чуть. Сейчас я убью всю эту гидру там, а то она меня бесит. Просто... Где мой опыт? Причем пропущено 0. Как бы. То есть мы как бы. Да, но как бы нет. Как бы нет. Blizzard? Ай, больно. Я беру
готов. Ждем сигнала. Понял. Пайков. Вызываю из сброс. У меня как бы постоянное дотекание войск идет, так что, в принципе, навряд ли я здесь сломаюсь, но... По крайней мере, сильно сломаюсь. Мне, к сожалению, тоже чу-чу-чу-чу. Все, постоянно здесь. Ну вот тут, кстати, конечно, больше войск, я тебе скажу. Ну это типа главная база, как я понимаю. Да, main base. Мне кажется, еще сбоку есть еще одна такая же. Знаешь почему? Потому что здесь минералы. Да-да-да. Типа того. По-моему, это влияет действительно. Нет, не получится у тебя отхилить Ультрала. Он умрет. Оу. Сможешь вот это вот воза? Они... Они kill him. Имеешь в виду брутов? Без проблем. Воздух я выношу спокойно. Но со всем остальным могут возникнуть, например, некоторые проблемы и трудности. Это нормально. Шла 31-я минута игры. Игра все да. еще не заканчивалась. К слову о игре, да? Это товарищи у меня до сих пор зависло. Она пытается, наверное, что-то нам сказать. Хочет сказать, пацаны. Мне кажется, что если мы просто полностью здесь все зачистим, возможно, есть некоторая вероятность, что... Все останется так же. Все останется так же, да. Я настолько напылял хату, что она до сих пор производит личинки. Понимаешь, я просто там стоял три королевы и Катерин, ёбок это. Это нормально. Пошли на главную базу вторую, да? Я предлагаю сначала вверх, потом, ну и, соответственно, так. Да. Примерно так и идти. Просто... У меня просто куча этих гляфов, которые просто строятся их. Я не знаю, давай я построю дополнительные заводы, чтобы быстрее все это дело делать. Там будто. М? Ну, брудлорды. Королевы и даже здесь есть. Ой, утрали. Ну, как бы да, почему нет? 3, 2, 1. Утрали к суду. Бедный чувачело. Он не ожидал такой подставы. Base number 2. Fight. Мне кажется, мы просто кого-то не нашли. Сейчас узнаю, может быть, они где-то здесь стоят. Что я очень, конечно, сильно возбуждаюсь. Может быть. Классно, да? Или ты, как обычно, этого не видел? Я этого не видел. Печаль. Ты обловал меня. Да, это посмотрим. Время еще будет. Вот это убить, пожалуйста. Да вроде убиваю все, не? Нет, там... Мы вроде как можем вызвать спецгруз. Класс. Высылаю десантные капсулы. Просто их содержимое тебе понравится. Сейчас из ниоткуда просто кипри. Такой случайно не дошедший, да? Один, потерявшийся в толпе. Толпы других гибридов. Похоже, что ничего не изменится. Мне все равно кажется, что что-то здесь не так. У меня ресурсы до сих пор не закончились. Они не закончатся, мне кажется. Когда мы это все уже вынесем. И да. Нет, у меня они не закончатся. И сейчас, слышь, мы, короче, приходим обратно туда, да, типа, а там уже все снова восстановлено. Как вариант. Почему нет? Кстати, у тебя же здесь вроде все там должно быть было вынесено. В смысле? Вроде здесь все чистил или нет? Где? Здесь вот. Здесь нет, я ничего не чистил. Ну. Это все. Больше нечего. Я, конечно, ну, сейчас да. я создам сейчас кучу зерглингов, которых отправлю в разные точки карты. По всей карте, да. Да, ну как бы... Но. Больше нечего. Но. Если только не вот здесь. Нет? Может быть, они в земле. О, да, точно.
У нас же нету этих оверлордов. Ну-ка, вдруг они спрятались. Да, ну-ка, да, давай. Кажется, что мы лохи, короче. Не, а это будет слишком эпично. Эпик фейл прям. Ну, как раз на запись, отлично. Не, мне кажется, что это, конечно, они под землей, потому что эти товарищи не умеют копаться. Ну-ка, проверка. Их нету. Да. Сиот. Они нас опетлили. Мне кажется, что что-то не так. Определенно что-то не так. Что это за трэш? Дайте мне мой опыт. Не, опыт нам, кстати, дадут, по идее. Только не столько, много. Но это уже другой вопрос. Тут, кстати, они не отстраивают, слышишь? Они не отстраивают, все. А им не с чего, мы убили. Supply-то, типа? Да. То, чем они могли, всех рабочих мы же минуснули. Крип. Ты смотри. Может, ты за крипом проигрывал. Смотри, лазер все выжигает. Ты пока там летаешь, он тупо все выжигает. Я специально так и хочу сделать. Королева! Ёлки-палки, ничего себе. Вот это открытие. И она насрала перед смертью крип. Ты это видел? Да. К сожалению. Так, еще один крип. Продолжение. Просто вот возникает реально вопрос. Где? Кто? Кто? Где? Чего? Blizzard? Красная точка горит. Красная, пойдем, пойду убью сейчас красную точку. Гениальность. Просто как бы... Что? Где? Кто? Куда? Зачем? Просто бродить. Просто добавив воды. Значит, знаешь, что мне показалось, Тадес? Мне кажется, посмотри на запись еще раз. Мне кажется, что первый фургон, первый вагон, он разлетелся просто в хламину. У меня такое ощущение. Потом, как бы, на записи, если только я сейчас никак нет, не посмотрю. Я говорю, я потом. Я серьезно, я не знаю, в чем проблема. Ну, я тоже. Но, по-моему, мы действительно жестоко сломали карту. Чуть-чуть. Всем. Мне кажется, на краю, на углу это, есть это, еще это, короче, видимо, они решили нам мстить. Вот, мстить, вот вы выиграли, да? Нет, Надь. Мы выиграли. Мы вам еще и инвайт, оно и рочи не дали. Вот. Еще и здесь ничего не будет работать. Поняли? Поняли? Overwatch не дали, да, действительно. Так еще и тут обломали. Согласен, есть такое. Блин, что я буду. 8 часов близко. Через полчаса. О, она заговорила. Да? Ага. Что он сказал? Покажите им, что сейчас, подожди, может, я не сделал что-то отдельное. А, она сказала, покажите им, есть, что было. Я говорю. Да ладно, мы уничтожили весь крип, и он выжил. Ура! Охренеть просто. Это самый эпик вообще. Охренеть. Я говорю, она начала что-то говорить. Охренеть просто. Не прошло и полугода. Мы уничтожили абсолютно все, что только могли. А я вас поздравляю, ребята, я вас поздравляю. Интересно. Просто... Сколько нам дадут опыта, да? Да столько же на самом деле проблема. Тут не дают за убийство. Да, опыт за задание, за дополнительные, бонус за случайные и бонус за сложность. Ни более, ни менее. То есть всегда дают одинаковое. У меня следующий будет сборщик Фиспена, кстати. Это позволяет вызывать автоматический сборщик газа в командном центре. Я понял, ладно. В общем, всем спасибо, всем пока.